Безопасность в школе и дома. В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановление у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, в Самаре проходит месячник безопасности. Смотрите программу «Город С» сегодня в 18:15. Гости в студии — Ольга Фурашова, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара, и Евгений Глущенко, заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Самара.